Всем привет! Заказал светящиеся колпачки на колеса. Вот так вот они выглядят. Ставятся на золотник, накручиваются вместо пыльника. Реагируют на движение. То есть в спокойном состоянии не горят. Предназначены для колес мотоциклов, велосипедов и автомобилей. Они очень дешевые, идут 35 гривен комплект уже с батарейками. Здесь три батарейки маленьких. Есть вот такие вот переходнички. Они накручиваются, чтобы подошли на колеса автомобилей. Видимо, на какие-то велосипеды подходит без этих колпачков. Вкручиваются внутрь. Возможно, я не знаю. Посмотрим. Здесь вот стоит такой ограничитель бумажный, чтобы не было контакта. Его убираем. Вот такие вот три батарейки. Закручиваем. И теперь оно уже при стряжке должно срабатывать. Вот видно, загорается. Еще существуют подобные колпачки с фотоэлементами. То есть днем они не включаются. Я взял самые простые. Вот так вот снимается пыльник. И накручивается просто этот колпачок. Ну, на машине он, конечно, длинноватый получается. Торчит вот таким образом. Есть в интернете и короче, и с фотоэлементами. То есть, когда светло, он не загорается. Я не интересовался, сколько они стоят, так как ездить с ними постоянно не собираюсь. Все потухли. Когда машина стоит, они не горят. На это я потратил 75 гривен. Да. 35 комплект. Два комплекта разных цветов. В общем, ездить с ними я не собираюсь. Но если какое-то создать праздничную атмосферу, подъехать к друзьям, к примеру, на праздник уже веселым, то приподнять настроение это поможет.